Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас в ефірі програма «Хто за нами стежить». Та сьогодні надзвичайний випуск. Зазвичай ми відслідковуємо новини про Україну за кордоном, аналізуючи ставлення до нашої держави. Але, виявляється, наш телеканал КРТ має запеклого шанувальника прямо в Києві, котрий теж за нами уважно стежить. Так, державний орган, що опікується додержанням закону під час наших трансляцій, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, подивилась наші програми та призначила позапланову перевірку телеканалу КРТ. Про новий виток тиску на свободу слова та незалежні ЗМІ поговоримо з нашими гостями. Це адвокат Андрій Гожий, вітаю вас. Здравствуйте. Та заслужений юрист України Олена Льошенко, вітаю. Добрий день. Як зазначає Нацрада, підставою для призначення позапланової перевірки стали моніторинги телеканалу, проведені у листопаді 2019 року. У програмах КРТ начебто знайшли заклики до сепаратизму, повалення влади та інше стемників часів Порошенка та Турчинова. Чи насправді це є істинною причиною для перевірки та чому порушення закону знаходять тільки в ефірах опозиційних каналів та не знаходять в ефірах провладних пропагандистів, поговоримо у нашій програмі. А зараз я прошу студію поставити декілька все ж таки фрагментів інших телеканалів, там де дійсно розпалюють національну ворожнечу, але чомусь до цих каналів немає ніяких претензій. Так може бути тому, що Донбас взагалі регіон, який, ну, це не просто депресивний регіон, розумієте, там настільки великий комплекс, такі грона проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. В економіці, повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Ще не менше мільйона півтора, там просто зайвих людей. Про що хочу сказати? Нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс, який треба. Відповідно, з приводу розуміння Донбасу. Мені здається, що, ну, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко, але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. От ви спитали. От, шановні гості, я так розумію, в юридичному плані ви досить фахово можете дати оцінку цим от подіям, які сталися в ефірі громадського. І от ми бачимо зараз, от що до цього телеканалу, ми, до речі, ще тоді, в 2015 році, подавали позов на 100 тисяч гривень, ми подавали до поліції по 161 статті, але ні поліція, ні суди не відреагували. Чому так сталося? І є в цьому фрагменті розпалювання національної ворожнечі з вашої точки зору, пані Олена? Ви знаєте, так, з моєї точки зору однозначно є розпалення ворожнечі, однозначно є всі ознаки 161 статті. Це, ну, для всіх фахових юристів це абсолютно очевидно. Ну, заклики просто до вбивства людей, да, такі, що потрібно їх вбити. Ну, це про що говорить? Чому не реагує правоохоронна система? Чому, знову ж таки, не реагує Нацрада? Ну, досить таке цікаве запитання, зважаючи на те, як вони реагують на риторику, причому гостей, так, на телеканалі КРТ, на 112, на NewsOne, тобто постійні позапланові перевірки, якісь рішення, там, намагаються позбавити ліцензії. Ну, вочевидь, що продовжується те саме, та сама політика Порошенка, ми бачимо це в усіх сферах життя. А якщо от проаналізувати, от чому саме правоохоронці не реагують? Тому що там міністр не той, чи президент не той. Тобто хтось все ж таки винен у цьому. Я ж так розумію, в кожній проблемі є фамілія, ім'я та прізвище. Так, кожної дійсно проблеми є прізвище. Ну, тут, знаєте, так багато чинників. По-перше, в нас абсолютно розбалансована і деморалізована правоохоронна система. Вона настільки, знаєте, була відреформована за ці роки, що там майже немає кому розслідувати. Це перше питання, що дійсно немає фахівців, немає кадрів. А друге питання, що дійсно немає політичної волі. Тому що навіть якби було бажання і фахівці, які б могли це розслідувати,
Ну, певно, щоб зверху прийшла вказівка, що не потрібно чіпати. Це ж громадське. Ми ж розуміємо, що це фонд Сороса, посольство США, та, яке нам дає вказівки і керує, яким чином кого призначати на посади і як розслідувати кримінальні справи. Згадаємо, недавно, коли був здійснений напад на журналіста Кутєпова, так, з громадського. Як обурилося посольство США. Чомусь одразу, вони не обурювалися, коли, наприклад, ви, Дмитро, знаходились в СІЗО, так? Чомусь посольство США не обурювалося цим фактом. Чомусь не обурювалося посольство, коли загинули журналісти, так? Коли вбили Шеремета. Вбили Бузину. Чомусь ніякої реакції від посольства не було. А тут, трошки там Кутєпова, як то кажуть, поліцейські поставили на місце, а одразу реакція. Тому ми розуміємо, що, власне, поки державні органи влади знаходяться під повним зовнішнім тиском, ніякого розслідування не буде, ніяких таких от закликів, власне, до вбивства, закликів розпалення ворожнечі, а буде переслідування опозиційних каналів, от те, що ми бачимо в рішенні Нацради щодо КРТ. Тобто, якщо я правильно розумію, наші правоохоронці трошки політики, і вони повинні орієнтуватися, кого можна чіпати, а кого не можна. На жаль, у нас політика повністю зрослася з усіма сферами життя. Повністю. Правоохоронною системою. На сьогоднішній день навіть і судова влада повністю, так, в більшості випадків керуються політичною доцільністю. Тобто вони перед тим, як прийняти якісь рішення, моніторять, що хтось сказав з політиків, як це сприйме суспільство, а активісти як сприймуть таку чи іншу, таке чи інше судове рішення. Тому, власне, так, у нас політика скрізь, на жаль. Так, от, пане Андрію, от якщо подивитись на наші заполітизовані правоохоронні органи, ви теж погоджуєтеся з пані Оленою, що у нас все ж таки правоохоронці більш політики, ніж правоохоронці? Ну, с госпожой Еленой тяжело не согласиться, она, в принципе, дала верную юридическую раскладку. Единственное, что я, чтобы пощадить нашего зрителя, мы должны им сказать, что такое эта статья 161, а то вы так перекидываетесь терминологией между собой, а зритель не знает. Так вот, 161 – это есть разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Вот. И то, что озвучил господин гость этой передачи, вот оно и есть на самом деле. Касательно политики, действительно, я абсолютно полностью согласен, поскольку власть у нас оккупационная, поэтому она должна опираться на какую-то идеологию. Да, в историческом масштабе. Для этого она оперлась на идеологию тех же властей, да, квази-государства УНР и там УПА, которые тоже пришли на Украину с помощью штыков, ну так нельзя говорить штыков, а будучи союзниками немцев, вот так вот можно сказать, будучи союзниками немцев. Опираясь на эту идеологию, они решили строить нынешнее государство. Поэтому есть определенный набор штампов, которые нужно говорить. И набор штампов, которые говорить нельзя. А поскольку Зеленский, он словил такой челлендж, возьми 8%, я так понял, то он дал команду всем своим... Упади до 8%. Да. Он обиделся, он взял 73%, а вот те 8... Да, хотим, напевно, те сами... Вот те 8, да, вот эти вот рафинированные, вот пахнущие смрекой 8%, вот он хочет их взять, поэтому поступила команда. Так, если ты говоришь, что надо людей убивать, ну правильно, там же на Донбассе, наверное, какие-то не такие украинцы живут. Поэтому это мерзость, вот это, что прозвучало, конечно. А то, что власть на это не реагирует, значит, власть, она плоть от плоти, такая же мерзость. Ну, давайте подивимося ще один фрагмент іншого вже телеканалу і проаналізуємо все ж таки, чи є там от теж розпалювання міжнаціональної ворожнечі. У них все прекрасно. У них йде своє колорадське, сєпарське життя. І тепер виникає питання. Так ось, ви цього хочете в Україні. Багато українських патріотів, які не розрізняють питань території і питання населення, хочуть, напевно, повернення в лоно України всього того мільйона, півтора людей, які дуже радо себе почувають абсолютно в російському шаблоні життя. А я вам запропоную дуже просту вікторину. Якщо так можна, це просто навіть усно можна пройти. От просто є єдине просте запитання. Воно звучить так. У вигляді Донбасу
що ви хочете повертати? Є два варіанти відповіді. Перше – просто територію. Другий варіант відповіді – і люди, і територія. От що би ви вибрали? Ну от, якщо ми подивимося на цей фрагмент, і у нас є одіозний львівський телеканал, і там працюють такі ж одіозні, там маргінальні так звані журналісти, от з вашої точки зору, якщо от аналізувати контент саме тих телеканалів, чому от в них немає ніколи проблем з Нацрадою, з правоохоронними органами, а цих журналістів практично неможливо в рамках судової системи притягнути до відповідальності, тому що якщо брати до цього одіозного персонажа, страна UA намагалася це зробити, але суди, от скільки місяців вже пройшло, а просто нічого не відбувається. Вони, мабуть, зареєстровані в Подольському районі. Тому що ми знаємо, що якщо позов заходить в Подольський районний суд, він там розглядається роками, так? Там три судді. Тому, власне, всі ці телекомпанії, які зареєстровані в Подольському, як 1+1, наприклад, так? Так, деякі теж роками інші, просто так, не розглядається роками. Справа. Тому, власне, вони певно знають, що нас настільки, знову ж таки, відреформована судова влада і судова система, що немає кому розглядати ті справи. А з приводу, чому Нацрада не реагує? Ну, якщо поглянути на склад Нацради, то, в принципі, не має бути таких запитань. Тому що ми бачимо, хто в складі Нацради. Ну, давайте візьмемо от Ольгу Герасим'юк. І подивимось на всю її от біографію. От я, знаєте, мені було дуже цікаво, тому що ми з нею спілкувалися, ну як спілкувалися, не дуже добре спілкувалися, але ми з нею познайомилися на ОБСЄ тоді в Варшаві, коли якраз і адвокати, і журналісти були запрошені, акредитовані, власне, там, так. І тема ОБСЄ була тоді якраз «Свобода слова». Герасим'юк там була від, знову ж таки, держави представником, а ми були представниками громадянського суспільства. І от яким чином вони реагували на наші виступи, що вони там виробляли, да, як вони там ну, намагалися нас видалити з зали, говорили організаторам, що нас тут, ну, звідси потрібно випроводити, ми тут ніхто, і таке інше. Хоча ми були повністю акредитовані організацією ОБСЄ. І от якщо подивитись на саму Герасим'юк, дуже цікаво, хто вона така. Вона очолювала, от зауважте, вона очолювала комсомольську газету. Чудова така в неї, знаєте, біографія, от дійсно, чудова. Тобто, комсомолець Полтавщини, головний редактор, комсомольська там, комсомольський час, комсомольська, тобто все, що було комсомольське в ті часи, 80-ті, 90-ті роки, Ольга Герасим'юк чудово очолювала. Потім їй це не завадило, чудово стати помаранчевою під час помаранчевого Майдану, зайти до президента Ющенка в партію «Наша Україна», прийти в парламент, стати політиком. І сповідувати відповідні помаранчеві там, тоді, на той час, цінності, такі собі демократичні. Так, зовсім ми протилежні до все так, ж таки тобто, комсомольських. Так, тобто тут комсомольці, тут вже антикомсомольці, тут вже помаранчеві. Тобто, розумієте, людина підстраювалась повністю під політичну систему. От як потрібно було, так і підстраювалась. Така собі, ну, кон'юнктура. Так, кон'юнктура, все. Тому навіть не потрібно говорити про те, що там склад Нацради говорить про те, що вони будуть повністю слідувати кон'юнктурі політичній. Тобто приходить смс-ка зверху. Так. Всі міняємо направлення, біжимо в іншу сторону. І ніяких переконань немає, ніяких немає стандартів журналістики, свободи слова, нічого немає. Ніяких, вони закони, от якщо прочитати це рішення, вони ж просто закон трактують так, як вони хочуть. Ну, це просто, от я прочитала, ну, тут немає нічого спільного зі словом «закон», хоча вони посилаються на закони. А от якщо от розібратися, от чому саме чиновники отак вальяжно себе ведуть і, я так розумію, йдуть на порушення деяких, в принципі, правил там, і логіки здорового глузду? Це тому, що просто якщо колективної відповідальності немає, і таким чином вони себе якось захищають від юридичного переслідування, чи як? Ну, справа в тому, дійсно, в нас немає колективної відповідальності, в нас відповідно до законів Конституції відповідальність може бути лише індивідуальна. Але чомусь їм це не заважало у свій час
притягувати до відповідальності такої саме, знаєте, тих людей, які, наприклад, виносили рішення в колегіальних органах. Тобто вони колегіально виносили якісь рішення, а потім їх починали до відповідальності юридичної притягати. І коли так само казали, що зачекайте, то ми ж колегіальний орган, ми ж виносили рішення колегіально, чому у нас, ну, запрошуєте тут там... Прецеденти є. Так, до допити. А вони казали, а яка така відповідальність індивідуальна? Ми такого не знаємо, не бачили, ні. Тобто, власне, розумієте, так, я як адвокат з цим стикаюся, дуже, дуже смішно і сумно одночасно. Тобто, а, ну, такі подвійні стандарти у всьому. Тобто, комусь закон, а комусь ні, а комусь можна і без закону нормально. Дякую. А от з вашої точки зору, чому саме Нацрада себе так вальяжно почуває і не реагує на якихось здоровий глузд там, чи хоча б законодавство України? Здоровий глузд? Здесь коллега вспомнила проклятые советские времена, и я так смотрел вот вашего друга, которого продемонстрировали по телевизору. Боже сбав, я еще правильно на украинский. Я просто вспомнил советский учебник по психиатрии, он жутко нетолерантный, который говорил, что содомский грех, она же Анастасия, является разновидностью психоза. Мы тут сейчас на еще одну проверку наговорим. Это плохой учебник, и нынешняя наука уже все исправила, теперь толерантно. Вот, ну послушайте, Дмитрий, если у нас половина правящей нынче верхушки со справками ходит, понимаете, то у нас, я думаю, есть определенное лобби не только людей, которые любят нетрадиционные способы любви, но также и нетрадиционные способы выражения своих мыслей. Вот. А орган, вот это вообще этот надсовет, это является репрессивным органом политической цензуры. Он пятое колесо. Зачем в правовом государстве вообще вот такой вот нарост? Вот скажите, коллеги, зачем ему надо? Написано в Конституции, цензура запрещена, никакая идеология, не может быть обязательной. То какого черта он вообще существует? Получать налоги с нас и сумасшедшие зарплаты. Все очень просто. Как говорил жутко запрещенный Карл Маркс, я с ним не согласен. Есть общественно-политическая формация, то есть то, что существует реально. Это оккупанты, олигархат. И есть надстройка. Да, это все остальное, что ее обслуживает. Культура, значит, типа законы и прочее. Поэтому вот эти законы, они призваны что? Нам классики говорят, закон есть выражение воли господствующего класса. Вот они, но я с этим не согласен. Вот они вот и выражают свою волю господствующего класса через вот эту вот, административный аппарат подавления. Поэтому если ты будешь говорить, в Донбассе треба всех вбивать, бо вони колоради, все нормально, тебе герои Украины дадут, и в ООН отправят этим послом мира. А если ты, не дай бог, скажешь, давайте за мир, да, давайте будем мириться с Донбассом, ну, будешь сидеть 2 года с половиной в тюрьме, и как бы, и вот. Ну так, ми вже проходили. Але все ж таки, давайте нашим глядачам ще раз покажемо цю крамолу, за яку Нацрада нам все ж таки забезпечить перевірку. Это показывает, что те, кто это делал на протяжении 5 с лишним лет, и те, кто сейчас пытается продолжать этот курс, они ассоциируют себя в событиях Великой Отечественной войны не с победителями, не с Красной Армией, там, партизанами, подпольщиками, а с проигравшими, с теми, кто был в обозе у Гитлера, кто так или иначе помогал нацистам немецким, кто, собственно, по взглядам был нацистами тогда, да, только украинскими нацистами. И вот именно с ними, с теми, кто не освобождал Украину, а наоборот, воевал по одну сторону, по сути, окопов с вермахтом, вот эти вот свидетели ассоциируют себя. Потому что тот же Ватутин, освободитель Киева, он погиб в результате смертельного ранения, которое получил в бою, там засаду устроили уновцы из УПА, которые де-факто, по сути своей, были по одну сторону фронта, по одну линию фронта с нацистами и воевали против Красной Армии. Вот
об этом факте надо всем не забывать и помнить, кто освободил Киев, кто освободил всю Украину, и всем потомкам победителей не давать превратить себя в людей без памяти, в тех, кто своих собственных дедов, прадедов и отцов называют оккупантами, как нам сейчас это пытается впарить. Вот надо о исторической правде всегда помнить и не стесняться о ней громко, четко и однозначно говорить. Ну так, ми бачимо от, пані Олена, якої крамоли наговорив пан Євген Філіндаш. От з вашої точки зору, ну от я так розумію, там просто з точки зору Нацради на лице прямо кримінальний злочин чи як? Ви знаєте, ніякої крамоли нет. Вообще, Євгеній Філіндаш історик і дійсно, ну, пише книги по поводу от якраз історичних событий, трактовки історичних событий. Все, что он говорил, это его точка зрения. Да? А точка зрения у нас защищена и Конституцией, и законом, и практикой Евросуда. То есть это его мнение, его оценочные суждения и трактовка каких-то событий. Он имеет на это абсолютное право. И если, скажем так, Нацрада здесь что-то ей приснилось, там, привиделось, да, какие-то там, призывы к чему-то, какие-то нарушения закона, там, то я уверена, более чем уверена, да, что в судебной плоскости любое их решение по результату такой проверки, да, неплановой проверки, любое решение о применении каких-то санкций телеканалу вот за такие выступления гостей, да, конечно же, будут в суде ну, оспорены, опровергнуты, потому что никакой абсолютно нет крамолы, никаких призывов, есть мнение человека, его трактовка, его оценочные суждения. И это защищено. Более того, критика, даже какая бы она ни была жесткая, она может не нравиться. Она может, знаете, как Европейский суд в своих решениях говорит о том, что это даже может шокировать. Да, какие-то высказывания могут шокировать вас, они вам могут не нравиться, но любой человек имеет на них право. И журналист тоже имеет право. То есть это тоже приравнено к журналистским стандартам. Не призывы, да, не вот эти фразы, что надо всех убить, или давайте поговорим там о Донбассе, о людях, и это Колорадо. Нет, критика, особенно в адрес власти, и власть должна это терпеть. И это закреплено в решении Европейского суда по правам человека. Поэтому в судебной перспективе все развалится. У них нет никаких вообще шансов. Если даже в Украине, я даже более чем уверена, что в Украине развалится. Но если в Украине в судах не развалится какое-то их решение, там, например, о лишении лицензии или о приостановке вещания там, телеканала, то в Европейском суде по правам человека это развалится 1000%. То есть даже не надо там, углубляться, да, в какие-то аналитики и так далее. То есть это настолько очевидно, это настолько глупо и примитивно. Я думаю, что это просто, знаете, как какой-то сигнал, там, попытки устрашения. Ну, это, по сути, какая-то агония уже. Агония, они еще не отошли, что Порошенко уже не президент, что уже пора заканчивать с этой риторикой. Плюс, да, как коллега сказал, почему-то Зеленский решил упасть до 8%, а они все еще опираются, опять же, этими вот 8%, да, которые вещают ненормальные вещи особо, ну, со своих телеканалов, там, Громадский и так далее. Поэтому не вижу никаких высказываний в речи Филиндаша, аналогичной тут других вот спикеров, политологов. Это все не имеет никакой перспективы. Потому я уверена, телеканал может спокойно вещать, приглашать гостей. И то, что говорят гости в эфире, в принципе, телеканал не может за это нести ответственность. Вот и все. Зрозуміло. Пане Андрію, а можливо, все ж таки, у нас дуже багато людей висловлюють свою точку зору у телеефірі. Але все ж таки точка зору Філіндаша їм, ну, я так розумію, дуже не сподобалося. І, можливо, просто вони як особисто це сприйняли, як таку собі обіду, чи як. От як ви можете пояснити саме реакцію Нацради на саме цей фрагмент, який от був з Євгеном Філіндашом та Тарасом Незалежко? Ну, потому что он сказал ужасные вещи, которые, правильно, как говорит ЕСПЧ, они шокировали. Представляете, сидит такой себе учитель истории с кастрюлей на голове. Вот, обученные вот эти переросли, которые показали по телевизору. И слушают, что, оказывается, Гитлер плохой был.
И что, оказывается, какие-то там украинские коллаборанты были с Гитлером по одну сторону фронта. И оказывается, Киев какие-то коммунисты освободили. Вы что, с ума посходили? Какой ЕСПЧ? Какой вы... Вы понимаете, что у нас же сейчас готовится закон, мне подсказали, вот я человека встретил на улице, заслуженный юрист Украины подтвердит мои слова. В общем, у нас министр стоял вверх ногами, головой вниз, к нему притекло из не только кровь, а из желудка еще кое-что притекло. Так вот, закон этот вот готовится, он будет называться «Про наших немецко-фашистских визволителей». Вот. Где, значит... Так. Да. Где уже будет четко расставлены, ну, и что проклятые советские оккупанты, немецкие фашистские визволители, наш фюрер, вот эти все дела будут наконец-то урегулированы, чтобы всякие адвокаты Лишенки не могли там в Евросуде махать этими документами. И все будет сказано. А то, что Бандера принял меморандум во Львове о сотрудничестве с немецкими фашистами, это все объявят этой, значит... Пропагандой российскую. Пропагандой Путина, да. То есть. Ага. Ну и так. Да. Тобто, в принципе, тут, чисто, я так розумію, точка зору історика, вона не співпадала з точки зору Какая история? Влади, история – это служанка нашей пропаганды на данный момент, служанка идеологии. История всегда не такая, как она надо. Да? У нас все... Поменяется. Мы эту, значит, проклятую историю, которую нам коммунисты написали, мы ее отменяем. Мы создаем новую нашу историю, сведому, с древними украми, с трипольцами, дирижаблями, кастрюлями, Ливанской войной, там, вот со всеми этими, с кенгуру. Вот мы это все создаем отдельным законом. Вот правильно лежит такой законопроект? Не знаю, я не в курсе. Я с этим министром, который там... Вверх ногами стоит. Да, он то вверх ногами, то без обуви на столе сидит. Я с ним не сильно. Ну хорошо, что без обуви. Я с ним не сильно коммуницирую, да, поэтому не в курсе. Будет утверждена четкая, правильная, идеологическая выдержанная история, а нацрада наша, как орган прогрессивный, она же уже знает, что готовится. И она как бы... Наперед. Она наперед нарабатывает себе вот эту базу. А что там то ЕСПЧ? Политичный сигнал. А кто это ЕСПЧ слушать будет? Тоже мне, блин, придумали органы какой-то. Где ЕСПЧ, а где Печерский суд? Уже. А вот все ж таки, если повернутися до такого документа, как наша украинская конституция. Ну, я так розумію, дуже такий, знаєте, невдобний документ. І якщо подивитись, там написано, що там держави, Україна, там немає якоїсь офіційної ідеології. Тобто, можливо, в Нацраді цього не читали? Це чи як ви написано. Вважаєте? Ні одна із ідеологій не може бути признана державством як обов'язково. Ваше формування більш доречне. Ні, а государство ідеологія, ну, вспомнили забавну книжицю «Конституцію» на кого? 96-го года издання. Ну, вже устарела. Її готовили, понимаете, її готовили. Ну, почему? Її міняють регулярно. Кожен президент приходить і починає її кромсати. Зеленський не кромсає. Він її взагалі не читає. Ну, все ж таки, давайте подивимося ще один фрагмент крамоли, яку нам, от, як звинувачення певне, все ж таки Нацрада зауважили. І от проаналізуємо, є там якісь от складні, дуже там агресивні слова, там призиви до повалення територіальної цілісності, там тероризм, сепаратизм. Я просто все ж таки пропоную і телеглядачам, і нашим юристам подивитись і проаналізувати. Дело в том, что и в Одессе, и не только в Одессе, после Евромайдана люди антимайдановских взглядов, люди, которые не приемлют вот весь этот курс, они, по сути, находятся в состоянии, ну, режима, находились все эти 5 лет в оккупации, внутренней оккупации, они чувствовали себя, по сути, как в оккупации. И события 14 года, в том числе 2 мая в Одессе, они не просто так происходили. Это была целенаправленная политика. Да, запугивание, террора всех несогласных
с теми, кто совершил переворот в 2014 году, захватил власть и пытался навязывать свою идеологию всей Украине. Поэтому после того, как огромное количество людей погибло в 2014 году и позже, когда еще большее количество людей преследовалось уголовно, кто-то попал в тюрьму, кто-то вынужден был уезжать из Украины, на кого-то нападали физически, были нападения и так далее, просто многие, миллионы людей, по сути, боятся озвучивать публично открытую свою позицию, когда она идет вразрез вот с той идеологией бандеровской, да, которую нам навязывают. Можно сказать... От, пані Олено, я так розумію, що ну, я логічно все ж таки стараюся мислити і от ставлю себе на от, позицію цієї так званої Нацради. Я так розумію, що основна претензія до цього спіча – це те, що так звану Революцію Гідності назвали державним переворотом. Чи я, можливо, помиляюся? Ну, видимо, их тут не устроило и про оккупацию, и про да, переворот. Это для них такое, как красная тряпка для быка. Да, они так очень реагируют. Но я хочу сказать, что лично я тоже 5 лет как в оккупации. Хоть я и не в Одессе, но в Киеве. Я тоже 5 лет чувствовала себя как в оккупации, потому что я не очень понимаю, как можно надевать кастрюлю на голову и там что-то требовать на Майдане, да, и дойти действительно до государственного переворота. Вот если говорить абсолютным юридическим языком, да, привет, Нацрада, это реально был госпереворот, так и было. Да, я так считаю, я юрист, адвокат, заслуженный юрист Украины, это именно так и было. Запишите, пожалуйста, запишите. Уже записали. Ни революции, никакой гидности не было. Не было никакой революции гидности. Это все придумано было, да, для того, чтобы вот создать эту ситуацию такого массового психоза, да, чтобы люди вот поднялись. Да. То есть чисто спровоцированные такие абсолютно события. Люди говорят правду. Люди говорят свое мнение. Да, мнение. Это я имею право на свое мнение. Евгения Филиндаш имеет право на свое мнение. Мы так думаем. Вы хотите нам запретить думать? Или, знаете, как это говорится, давайте, да, чтобы не оскорблять чувства тупых, мы перестанем, да, думать, извините, что мы думаем. И мы так рассуждаем, это наша точка зрения. Ну, попробуйте накажите, да, давайте, ну, попробуйте. А от чи є в Україні якісь от законодавчі там обмеження щодо назв оцих подій буремних 13-14 року? Можливо, якийсь окремий закон прийняли? Да, я вот все время хочу спросить, постоянно, я тоже задаюсь Дмитрию этим вопросом. Я каждого генерального прокурора у себя на странице в Фейсбуке тегаю и спрашиваю, вот каждого. Это можно... Я Рябошапку спрашивала. Когда он писал о том, что издавал наказы, да, приказы по ведомству своему, он издавал о том, чтобы ему отдельно сообщали о правонарушениях в отношении активистов, да, и революционеров гидности, понимаете? Я его спросила, говорю, кто это? Пожалуйста, где в Уголовно-процессуальном кодексе определен статус такой? Ну где? Каким законом это? Да, у адвокатов есть статус, у журналистов есть статус. Да, это отдельные действительно прописанные категории профессий, которые защищены, у них есть отдельные гарантии. Кто такие активисты? Кто такие там какие-то революционеры? Кто эти люди? Почему генеральный прокурор так рефлексирует, да, один и уже другой, уже и Венедиктова точно так же рефлексирует. На жаль. То есть, да, мы получили рябошапку номер два, по сути. Поэтому... Почему вы рефлексируете? Это обычные такие же граждане, как и все. Все равны перед законом. Почему вы не расследуете их высказывания, да, там, их действия? Можливо, все ж таки треба подивитися цю ситуацію зі сторони. От спочатку у нас є закон про люстрацію. Тобто це закон, який відокремлює частину громадян України і каже, що вони погані і заборонено займатися певними справами. Там державними посадами, таке інше. Я так розумію, вони прийняли цей закон, зрозуміли, що він якось не співпадає з європейським вектором. І от другий закон, який потрібен, я так розумію, що якраз у цих активістів, патріотів, там, всяких бродячих. Тобто, я так розумію, це закон, який їх в певну якусь категорію заводив, вони просто... Ну, не змогли прийняти з умови того, що закон про люстрацію так закритикували. Він признан Європейським судом по правам чоловіка таким, який нарушав права чоловіка. Тобто,
решение вступило уже в силу, оно окончательно, хоть они и пытались его обжаловать, да, в Европейском суде на Большую палату, Большая палата им сказала: нет, это не подлежит обжалованию. Мнение единогласное всех судей, всей палаты. Поэтому, ребята, до свидания. Министерство юстиции, стойте на голове дальше. Там можете прыгать, можете бегать, лежать, что угодно. Но вам ничего не поможет. Да? Закон признан Европейским судом по правам человека несоответствующим, нарушающим права людей по всем статьям. Поэтому его нужно отменить. Все. Суды на сегодняшний день уже открывают производство, людей восстанавливают. Их восстанавливают, потому что все, есть решение Евросуда. В основу решение Евросуда. Конечно, у нас решение Евросуда является источником права. Это записано в законе специальном, и это записано в Конституции, статье 9, о том, что все договора, которые ратифицированы Верховной Радой, являются частью национального законодательства. Все, точка. И теперь суды на основании вот только этого решения, они его берут и восстанавливают людей на должностях, не дожидаясь Конституционного суда Украины, который никак не может шестой год разродиться, да, решением. Они все не могут тоже понять, в какую сторону активисты побегут. Они все наблюдают за этим движением, перемещением, да, этого политического мусора в природе. И все смотрят, а куда же им это, как же им эту же иллюстрацию, когда же ЕСПЧ рассмотрел, да, вот Конституционный суд все... медленно моргает все это время. А може якимось чином Конституційний суд заборонити рішення Євросуду? Чи як? Є в них якісь підстави для цього? Ні, у них нет ничего. Ви це недооцінюєте. Да, наверное, может быть, я их недооцениваю, может быть, они что-то могут, но, судя по всему, они не могут ничего. Они уже не могут ничего. Они уже полностью настолько себя изжили, дискредитировали, то есть тем, что они представление, которое по закону должно рассматриваться там в течение максимум 3 месяца, они его рассматривают 6 лет. Ну, о чем это говорит? Европейский суд, кстати, в решении так и прописал, что они передали привет, по сути, Конституционному суду Украины. Там была такая фраза, что обращение в Конституционный суд Украины, да, вот такое производство 6-летнее, говорит о том, что нет средств национальной правовой защиты. Их просто нет. Поэтому привет, Конституционный суд Украины, спи дальше. Вот так, они и спят. Якщо я правильно розумію, потрібно, я так розумію, їм якийсь термін зараз на сраді відмінити закон про люстрацію, щоб його не було? В Верховній Раді. Чи все ж таки потрібно кожному такому громадянину і права, котрого були порушені, все ж таки звертатися до суду, чекати там місяць, рік, 10 років, поки цей суд прийме рішення, і якщо його не оскаржить, я так розумію, розуміючи в апеляційній інстанції, тоді він зможе отримати право займати певні посади, чи як? Ну, зараз ситуація така, да, що ті, хто вже обращались в суди, і по ним производство адміністративної суди приостановили, да, в зв'язку з тим, що чекали рішення Конституційного суду, а зараз вони вже не чекають, вони от по рішенню СПЧ встановлюють. Ті, хто в суд не обратились, да, то є такі, хто вирішив забити і чекати, там, от поки воно глобально рішиться, от їм треба чекати відміни закону. Но Европейский суд по правам человека, он же как? Он же стимулирует, да, он же прописал, что где нарушение. То есть, а государство должно это да, воплощать в жизнь. То есть они должны этот закон отменить, либо изменить, да, вот, ну, понятно, что ну, отменить. Фактически, да. Но они, конечно же, петляют. Что говорит наш министр юстиции, стоящий там на голове и который считает, что там пожизненно заключенные это прекрасные люди, их можно брать на работу, да. То есть пожизненно заключенных можно брать на работу, вот опять же, а люстрированных нельзя. Люстрированных нельзя, которые не признаны ни в чем виновными, нет никаких приговоров у этих людей. Их просто вот так под одну гребенку законом всех выбросили. Их нельзя восстановить. А вот те, которые в тюрьме, он на них посмотрел, они там сидят за убийство, за насилие, да, там детей в основном, там, ну, рецидивисты, их можно брать на работу, все хорошо. Министр сказал, что вполне нормально. В принципе, у цього міністра є перспектива взяти їх на роботу прямо там, у тюрмі. Тому що вони можуть просто офіс Міністерства юстиції там відкрити, прямо на території тюрми, і ці люди просто будуть туди ходити як на роботу. І у нашого міністра креатив є перспективи. Креатив там нормальний, так. Да, креатив хороший, вони можуть придумати багато чого. От вони ж по люстрації придумали, що вони якусь комісію создадуть, хоча це нічим не предусмотрено. І Європейський суд по правам чоловіка їх не обов'язав создати якусь комісію. Тобто вони тупо передергують, коли вони кажуть, ми зараз создадим комісію, а комісія рішує.
решит, кто, кого справедливо, а кого несправедливо иллюстрировали. То есть такая себе подмена суда. То есть у нас Минюст решил еще и суды подменить. То есть это будет новый виток какого-то правового беспредела и коллапса, если они пойдут таким путем. Дивна історія. Да. Ну, все ж таки подивимося, чим воно закінчиться. От, пане Андрію, якщо повернутися до пана Філіндаша і його крамольних висловлювань, які так не сподобалися нашій Нацраді. От ваші точки зору, саме у чому от висловлювання Філіндаша знайшли от зраду? Ну, перша зрада – це, звісно, покушення на святость Майдана. Потому що всі знають, що Майдан – це була святая революція достоинства. Да? Вот. Ну, да. Там им, значит, погибшим дали звание Героев Украины, сделали их участниками боевых действий, надавали льготку, им амнистию приняли. Якщо не помиляюсь, якщо не помиляюсь, от до кожної нагороди, наприклад, що це Герой України, то тим паче є такий нагородний лист. І в цьому нагородному листу там описується подвиг цієї людини. От як ви вважаєте, якщо брати такого середньостатистичного майданця, що там написано? Борьба з силами зла. Ні, всі їх подвиги, на самом деле, от всі їх подвиги в наградному листі, вони, по суті, записані в законі об амністії. Там за що їх амністировали? Там перечень статей. Да, перечень статей Уголовного кодексу, таких жорстких, да, статей. Вот это і є подвиги. Тобто тут от прямо равно. То там бандитизм, тероризм, да, там все самые, да, тяжкие статьи. Там все самые тяжкие собраны оружие, бандитизм, то есть все. Вот это все их подвиги. Вот, а на самом деле, если мы не будем шутить... Цікаво було б, щоб ці нагородні листи ж були публічними. Ну, це ж, я так розумію, що Україна потрібно, щоб громадяни знали, що робили ці герої конкретно. Ну, вони як мінімум погибли, а власть вот этими наградами откупилась от родственников, даже не дав конкретно, хто убил этих людей. Нету у нас до сих пор ни приговора, ни следственных актов. На самом деле, крамола здесь очень большая, поскольку вся эта конструкция нынешней власти покоится на перевороте, ну я с этим не согласен, вот, который произошел в 2014 году, то есть когда отстранили президента Януковича в неконституционный способ, потому что такого там нет, как самоусунение, да, и власть пришел сначала Турчинов, потом были одни выборы, назначены вторые, вот это все покоится на событиях Майдана. То есть задача власти, чтобы была такая легитимность этих событий, да, в том числе в информационном поле, потому что они все опираются на нее. Если кто-то ставит это под сомнение, значит, мы под сомнение ставим и Порошенко, и Турчина, и все это братью. Вот. Правильно? В тюрьме сидеть, какое? Вот. Какое там под сомнение? Вот. А второй вещь, с чем я крайне не согласен с господином Філіндашем, это то, что навязывают бандеровскую идеологию. Да? Нет у Бандеры никакой идеологии. Он был местечковым приспособленцем, который служил оккупационным властям. Он не писал никаких фундаментальных идеологических произведений. Это идеология просто оккупанта. Нет никакой бандеровской идеологии. Но то, что ставится под сомнение легитимность Майдана. Проспект Бандеры есть? Есть. Вот и все. Да, вы правильно сказали, только я бы перефразировал, не как красная тряпка для быка, а как красная тряпка для Шухевича, для них. Вот. Поэтому это опасно. Рано или поздно может у народа укорениться осознание нелегитимности того, что это произошло, в том числе благодаря историкам, юристам и прочему. А поскольку определенные действия, особенно разжигание войны, да, то, что случилось, не скажем где, а то еще меня привлекут. Разжигание войны не имеет сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Значит, ребятки в исторической перспективе могут нарваться на большие неприятности. Поэтому задача сейчас максимально задавить и уничтожить любые сомнения в легитимности Майдана. А якщо чисто подивитися з юридичної точки зору, щоб уникнути цієї колізії і зробити все по Конституції, я так розумію, майданівцям потрібно було сказати, що Янукович помер. Да. А якщо він хоче довести протилежне, йому потрібно приїхати до Києва. Признати його безвісти пропавшим, а потім признати його умершим. Тому що це, мабуть, клон якийсь там бігає десь за кордоном. Путін... І тоді, ні, так смотрите, розумію, було Дмитрий, по Конституції. Да, в нормальних конституціях. В нормальных конституциях. Для того, чтобы глава государства куда-то уехал,
Да, и он ставит в известность об этом либо парламент, если это парламентская республика, либо правительство, кабинет министров. Обозначается четкий срок, почему он уехал, когда он должен вернуться. И если он не возвращается, тогда включается механизм, ну, убежал человек. В нашей суперконституции такого не написано. То есть вот был человек, блин, и пропал. Вот есть перечень, вот этот человек президент, на минуточку, есть перечень, вот он вещает, говорит, я езжу по стране. Вот, ну, пропал он. Что делать? У нас есть тогда гражданский кодекс, который говорит, ну, человек без вести пропал, не можем найти. Идем в Печерский суд. Суд его признает без вести пропавшим. Ну, и устанавливаем факт. Да, и как бы меняем потом президента. Ну, это было слишком сложно. Но задача была ж неправильно юридически сделать. Я думаю, они тоже хотели подорвать цепь легитимности. Потому что им надо было. А вот вы, как вважаете, ця вот цепочка легитимности, вона, якщо б отак зробили, це було б доцільно, це було б по Конституції? Як іменно? Без вести пропавший і померший. Просто пропав та й все. А то, що там десь бігає за кордоном, ну, мало ли хто там. Ні, ну, звісно, було б проще, якщо б він, да, пропав фізично, іменно. Не без вести, а зовсім, да? Вот, чтобы не передавал там никакие приветы из-за границы, чтобы его адвокаты не пытались его вызвать, да, ну, вернее, как, а у нас же генеральный прокурор вызывает Януковича на допрос через свой Facebook, да, ему пишет, привет и передает, что вот допрос ДБР опубликовал у себя на сайте, а она это, значит, на Facebook запустила, что смотрите, работа идет. Ничего, что это в нарушение КПК сделано, да, Уголовно-процессуального кодекса. То есть не так уведомляется у нас человек, находящийся за границей. Я вас на секунду перебью. Да. Когда Луценко подозрение читал выключенному телевизору, да, то вы, да, удивляетесь в Фейсбуку. Не, ну Луценко вообще подозрение подписано, чем стало Сталину и Берии. Мы помним это вообще прекрасное время. Мне просто жалко наших юристов, адвокатов, которые в институтах учатся, дивляться на генеральных прокуроров. Мы проводим время. На самом деле, такого, как проходят юристы, адвокаты в Украине, нет нигде. Потому что, когда ты рассказываешь, ты, ну, все на Западе, они сидят такие, там, говорят, что? Да, ну, зачем вы тут анекдоты рассказываете? Да какое там подозрение, как умершим? Вы как Сталин и Берия, умершим подозрение. Вы там вообще... Говорим, ну да, вот, показан генеральный прокурор Луценко, вот, значит, вот, фоточка, вот запостил, вот подписывает рука. Все в шоке, да, у них шок. Точно так же, как они в шоке, когда они смотрят, это точно министр юстиции? Вы уверены? Вот это он вот сидит на столе, вот на голове стоит. Ребята, то есть, да, да, нам на самом деле очень не скучно. И у них там скучно, я им сочувствую, просто. Я сочувствую, да, я когда бываю там в командировках и общаюсь с юристами там с Вены, с Барселоны, я понимаю, как скучно люди живут. Скучные они люди. Вообще, да, они скучно, просто сидят себе, зарабатывают деньги и ни о чем не думают. А это у нас тут весело. Все ж таки, давайте подивимося ще один фрагмент, за який нам Нацрада погрожує перевіркою. Але ж дійсно, ви кажете про подвійні стандарти, пане Руслане. Я з вами погоджуюся, тому що ми бачили подвійні стандарти на Майдані. Комусь можна захоплювати адміністрації, комусь можна стріляти в тоді ще в міліцію. Ось, а комусь це не можна. Безумовно, що я не підтримую тих, хто захоплював адміністрації на сході України і там вивішували російські прапори. Але ж вибачте, каталізатором і першопричиною все ж таки був Майдан. Ну, якщо ми хочемо знайти істину. Ми повинні зрозуміти, що все ж таки, так, Росія там свою роль зіграла, Захід свою, причому Захід різносторонню роль зіграв. Європа, вона просто мовчала, Америка, вона потурала лідера Майдану, але все ж таки, все почалося звідти, 6 років назад почалося, а не з Криму і з Донбасу. Це вже потім як наслідок? Ну, якщо подивитися на крамолу, яку сказав Гайдай, з вашої точки зору, можливо, він чомусь помилявся, можливо, Нацрада з ним просто не погоджується і таким чином все ж таки передають сигнали телеканалам, щоб вони таких людей, які говорять такі страшні речі, щоб просто не запрошували, чи як? Ну, понимаете, как Нацрада может соглашаться или не соглашаться, это их личное дело, но как госорган они должны исповедовать политику, да, что закон один для всех.
И прежде всего смотреть, да, ну, действительно, нарушен ли закон, конституция. Я не вижу, в чем тут нарушен закон. У нас что, Майдан чем-то предусмотрен, где-то закреплен? Это какой-то... Не, ну, конечно, музей Майдана у нас есть, и туда много денег, да, с бюджета. Туда хорошо вложили деньги, да, и много миллионов из бюджета туда пошло. Но вопрос, это вообще что такое? Почему у нас, вот, я же говорю, в обществе насаживается эта политика Майдана? А я не согласен с Майданом. Ну, так и что, я не имею права на свою точку зрения. В Нацраде вы тоже имеете каждый свою, право на свою точку зрения. Любить Майдан, не любить Майдан. Нравится, вам не нравится риторика там, Майдана и так далее, его почитателей. Это ваше личное дело. Но когда ты одел на себя, скажем так, ну, не форму, да, а статус приобрел госслужащего, да, или человека там публичного, ну, уже немножко надо по-другому думать. Надо прежде всего читать законы и конституции, нарушены, не нарушены. Здесь вообще не о чем даже говорить. То есть человек выражал свою точку зрения, свои оценочные суждения, на которые он имеет полное право. Он так считает, это его мнение. В чем проблема? Я не вижу никаких вообще здесь проблем. Более того, вот если вернуться, да, назад, то, что мы говорили про, когда Евгений Филиндаш приводил, да, там, сравнение, там, Советский Союз, там, вот в исторические все моменты углублялся, они же прекрасным законом о декоммунизации, да, вот, благодаря этому закону начали преследовать всех, кто там что-то сказал, написал, там даже где-то у себя на Фейсбуке разместил там ленточку. Ленточку, флаг, да, какие-то символы СССР. Вот буквально 1 мая человек в Одесской области у себя к 1 мая поставил на своем личном доме красный флаг. Вот ему так захотелось. Он на своем доме. Не где-то там пришел в администрацию одесскую и поставил им, да, что вот вы все, вы союз теперь, вы Советский Союз. Свободны. Да, вы тут, да, серп и молот. Нет, он у себя в своем доме. Это моя частная собственность, моя личная территория. Я тут что хочу, то и вешаю. Ну, какие вопросы? Возбудили дело, да, пожалуйста. То есть, но все забывают, что закон о декоммунизации, он же параллельно что запрещает? Нацистскую символику. Там же это тоже прописано, нацистская символика. Точно так же. Тогда, если вы уже такие декоммунизаторы, ну, будьте последовательны. Речь опять о тех же двойных стандартах. То есть, почему-то флаги правого сектора там, или каких-то там других эсэсовских, там С-14, там они ходят все там в каких-то, да, с какой-то символикой нацистской, никто не замечает, то есть это нормально. Ну, их не то, что не замечают, а полиция с ними там вообще... Да и на бюджету грошей дают. Да, то есть полиция с ними вообще прекрасно общается, никто их не привлекает. А людей, которые вот у себя лично на своем доме поставил флаг, ну, мне нравится флаг Союза, в чем проблема? Хочу и ставлю мой дом. Нет, пришли, все. А яка юридична перспектива вот у цієї кримінальної справи щодо прапора? Вообще никакой, абсолютно никакой. Конечно, во времена Порошенко, если отмотать, да, то суды выносили приговоры, там какие-то там, ну, опять же, это штрафы в основном были, да, большие, но и судимость же тоже есть. То есть сейчас я думаю, что уже не будет никакой перспективы. А если подивитися на наши вот эти госчиновники, то есть люди, которые служат державе, у нас просто, может, просто изменилась трошки ментальность этих людей, потому что у нас вот такое более феодальное таке суспільство, идемо, и фактично это уже не госчиновники, а чиновники конкретного там, феодала или рабовласника, например. И тому, то тогда это все логично. Тому вот есть, наприклад, чиновники Порошенка, вони йому служать віддано, гарно. От, наприклад, якщо от подивитися і аналізувати роботу Нацради, можна привести, з моєї точки зору, якісь паралелі з цього приводу, і тоді воно логічно. А якщо цього не робити, ну тоді якось немає логіки. І тоді все ж таки ці люди, от мені, наприклад, важко їх назвати якось чиновниками. Можливо, я в чомусь помиляюсь тут? Ну, у нас вся проблема в тому, що у нас дійсно государственні люди, люди, да, ну, не обязательно госслужащие, но они работающие в госорганах, да, люди, которые работают в госорганах, они почему-то позволяют себе на своих рабочих местах выражать какую-то политическую там позицию. Они не имеют на это права, да, то есть они могут выражать свою политическую позицию, когда они уволятся, да, и пойдут тогда митинговать, пожалуйста.
Но будучи там на работе где-то в каком-то госоргане, совете, министерстве, ходить там с какими-то, говорить там, я за тех или за тех, это категорически неправильно, это запрещено законом. Почему-то, да, вот я всегда поражалась, как можно работать в министерстве, а в обед стоять на Майдане. Да, так многие делали почему-то. Или быть там прокурором. Там бутерброды бесплатные. Да, быть там прокурором, да, и там выходить после работы, подавать там брусчатку, откалывать. Были и такие же товарищи, действительно. Там коктейли Молотова подливать, приходить. То есть ты либо увольняйся, если ты считаешь, что это государство такое плохое, оно не соответствует твоим, там, твоей ментальности, да, твоему политическому курсу. Пожалуйста, увольняйся, иди на Майдан, нет вопроса. Но как ты, будучи госслужащим, ну, грубо нарушаешь закон? Ты, то есть Конституция, статья 19, четко, да, прописывает, что только в рамках закона. То есть у нас же как чиновник, он государственный человек, он может делать только то, что прямо прописано законом. Он не может делать ничего другого, в отличие от граждан. Да, человеку, гражданину, позволено все, что не запрещено законом. В то время как государственному человеку наоборот, только то, что разрешено. Никогда об этом у нас все забывают. Об этом, но это такой, знаете, базисный правовой принцип. Это ну, основы права, по сути, основы права, которые почему-то никто, ну, забывает. У нас почему-то чиновники считают, что если не написано в законе, значит, можно. Нет, тебе нельзя. Тебе можно только то, что написано. Вот написано А, Б, вот это А, Б тебе и можно. Тебе дальше нельзя заходить за рамки вот этого. Дякую. А от з вашої точки зору, що от повернутися до фрагменту і от думок так, нашого гостя щодо того, що Майдан став цим каталізатором, і після Майдану вже відбулися негативні наслідки для України. От з вашої точки зору, тут є якась юридична складова там злочину якогось? О, що ви мені тої юридичної составляющої? Так от начитаються юристи, міжнародники всяких конституцій, СІСПЧ. А потом кстати, чиновников бедных. А потом все проблемы у людей, да, от этого. Да, потом мучают чиновников вот этими вопросами. Но он же страшную вещь сказал, Гайдай. Он сказал, что Майдан стал катализатором, то есть спусковым крючком всех бед, которые потом пришли на нашу многострадальную страну. То есть это и ситуация с Донбассом и с Крымом. Ну как такое можно сказать? Ну, при нынешних рамках, которые задала власть уже Зеленского даже, который там осуждаем Российскую Федерацию, то есть все Бандера, слава нации, смерть врагам. Но ясное дело, что это является нравственным преступлением с точки зрения нынешней идеологии. И может быть, тут же не обязательно задача посадить его в тюрьму или забрать у нас лицензию. Нет, задача проблем создать. Задать нам головную боль, чтобы мы с этой головной болью пошли в эту нацраду. Там будет Елена им рассказывать, вот Конституция, они будут глаза такие вот пучить, потом напишут это, что мы не поняли, что вы сказали. Мы пойдем... Практика СПЧ? ЕСПЧ? Где? Какой? Кто такой ЕСПЧ? Кто такой ЕСПЧ? Да, потом мы пойдем в админсуд, будем там вот это редить, блудить, того гляди. Да, то есть они создают проблему изначально, ставить палки в колеса небольшим телеканалам, которые набирают силу для того, чтобы, знаете... Ну, не только на нашем. Есть 112, да. News One, теж, то есть, там, те же самые проблемы. Да, там, то есть дать по рукам, чтобы мы, ладно, все, ребят, мы не будем ваш Майдан трогать, все отлично. Вот и всего лишь. Здесь юридической составляющей ноль, я абсолютно согласен. Здесь ее нет вообще, здесь яйца выеденного да. нет. А только скільки, політика. Скільки можуть тривати судові процеси, якщо от, йти там перша інстанція, апеляція? Ну, я думаю, до второго пришествия Христа можемо справитися. Ну, ви задали вопрос, на который нет ответа. Сколько могут длиться процессы в Украине судебные? Ну, учитывая, что у нас карантин, все дела перенеслись вообще на неограниченное. Потом там, Путин да. нападет в очередной потом, раз. Потом у нас там, да, начинается сезон отпусков, то есть лето вообще там никто не особо работать не будет, да? Осенью выборы. Осенью местные выборы, да, то есть, ну, в принципе, я думаю, что подготовительное заседание первое года через два. Ну, то це, я так розумію, спеціально робиться для того, щоб просто телеканали... Если не будет команды. Нет, если будет команда закошмарить,
тогда, конечно, суд выйдет из отпуска резко все. Да. Часов 12 ночи. Да, значит, да, резко да. Все там на ходу, на бегу наденут мантии там где-нибудь. Напишут, я так разумею. Бросят на огороде картошку, наденут мантии, приедут, сядут, да. Скажут, разнарядка. Слушай. Копировать, вставить. Да, да. Ну, тоже хорошо, потому что, ну, с другой стороны, тут же вопрос тоже адвокатов. Надо тянуть, мы можем тянуть. Мы знаем, как это делать. Не надо тянуть, мы тоже можем стимулировать быстрее информационно, например. Вот очень хорошо. У меня когда-то большая палата, если у нас еще время, да, большая палата, там мой иск, они просто мне написали, что ну, залишат и без руху. Да, оставить без рассмотрения. И вот я возмутилась невероятно, потому что оснований не было вообще никаких. Ну, написала такой разгромный пост в Фейсбуке, тегнула всех судей. Ну, через два дня открыли производство. То есть, в принципе, мы уже знаем некоторые... Большая палата номер 6. Да, да, то есть есть как бы, да, нюансы. Вот такой путем информационного какого-то, наверное, содействия. Не хочется говорить давление, а содействие. Вот. Но в лучшем случае, я же говорю, если идти чисто вот по накатанной, то да, подготовительное заседание года через два. Дякую, шановні телеглядачі. Телеканал КРТ працює для вас і не збирається поступатися своїми принципами та совістю, обмінюючи ці засади на лояльність до влади. Правлячий режим, який би він не був, піде, а народ України залишиться. В ефірі програми «Хто за нами стежить» був я, і ведучий Дмитро Василець, та наші гості. Це заслужений юрист України, адвокат Олена Ляшенко та адвокат Андрій Гожий. Спасибо. До побачення на наступному тижні.